Всем приветики! Я сегодня в странном наряде, но это потому, что я сегодня решила расхламить балкон. Вот. А на балконе холодно, он не застеклен, и более того, там пошел снег, у нас -2 сегодня. А я только что помыла голову, и именно в этот момент мне приспичило расхламить балкон. Ну, чем же еще заняться? Поэтому я сегодня в своем расхламительном свитере, и сейчас пойдем с вами смотреть, что там. На самом деле все не так страшно, или страшно, но немного, потому что вот он наш балкон. Здесь тележка лежит. Сумку от этой тележки я уже выкинула, потому что она была разодранная. Тележка пойдет туда же. Прищепки, вон какой-то дурацкий, господи, подставка для цветов. Вот это коричневое и ведро. Боже мой, что здесь еще? Какая-то деревяха уже полусгнилая. Так, здесь у нас остатки ламината, какие-то палки. Что это? Ведро. Ведро. Подставка от стула. Банки. Склянки. Швабра. Вот эта швабра, она стояла у нас в туалете. Я пыталась ей воспользоваться, но она жутко неудобная и только развозит грязь, поэтому она на мусорку. Так, здесь что? Здесь какая-то тряпка, старый коврик, полотенце и тазик. Ну, что я могу сказать? Это расхламление было максимально быстрым. Просто 1,5 минуты. Сняла я свою шапку, что дальше не шокировать зрителей своего канала. В общем, что я могу сказать? Это расхламление было максимально быстрым, потому что я, наверное, больше к нему готовилась, чем расхламлялась, потому что, и правда, балкон, на удивление, не захламлен. Но вот то, что там лежит, даже те редкие экспонаты, они, конечно, совсем не в форме. Единственное, что я сейчас вот посмотрю, в каком состоянии тазик. И тазик, скорее всего, оставлю, а может и не оставлю, потому что тазик тут есть большой, удобный. Посмотрю на этот тазик, если он в хорошем состоянии, может быть, оставлю. Если нет, то выкину, потому что, конечно, это не дело. Я думаю, что он мог и треснуть в какой-то момент, просто очень холодно, и ковыряться там не хочется. А так, все это просто отправляется на мусорку. Главное сейчас собраться с мыслями и выкинуть весь этот мусор. Вот. И пойду тогда расхламлять что-нибудь другое. Что вы думали, я так быстро закончу? Нифига, я знаю, что все любят смотреть, как я складываю в мешок хлам. Поэтому я сейчас доставлю вам это удовольствие и сложу весь хлам в мешок, чтобы были пруфы, что я действительно все это выкидываю. Я не просто так зашла на балкон, поговорила и потом пришла в закат. Ни хрена. Так, тазик. Слушайте, ну тазик на самом деле, он мог бы иметь место, но у меня есть тазик лучше, а этот даже пожелтевший. Я его положу сверху, вдруг он кому-то сверху на мусорку, вдруг он кому-то пригодится. Так, тряпки, естественно, для мусорки. Тут еще целая куча банок, склянок. О! Нет. Я думала, это пригодится фрисби с собакой пытаться играть, но она какая-то стрёмная, у нас в гараже есть лучше. Мухобойка. Кто-нибудь еще их использует? Или это нет? Это, наверное, не мухобойка, а это выбивалка, потому что для мухобойки слишком большие дырки. Господи, тут даже дырявые банки. Так. Все банки на мусорку. О, здесь еще эти. Смотрите. Грабли для огорода. Мне кажется, тоже уже не пригодились. Да-да. А вы видите, да, что снежок идет? Эти большие хлопья. Да, что-то вроде видно. У-ху-ху! Сейчас мы пойдем нести в руках. А эти куски
ламината, который у нас лежит в квартире, придется выкинуть, потому что он уже скис. Не, очень на самом деле холодно. Я убежала. Сейчас у меня собралась уже целая сумка икеевская. Я пойду гулять с собакой, ее выкину, а потом все остальное тоже аккуратненько выкину. В общем, делюсь. Все выкинула нахрен с балкона. Вот здесь еще были вот эти палки, на которых сушили белье. И все, больше ничего не осталось. Вот с той стороны тоже была палка. Все выкинула. Там уже следующий балкон. Так что здесь теперь чистота. Только собака вон нашел какой-то остаток палки и решил ее сгрызть. А на выброс пойдет вот сколько всего. Одну сумку икеевскую, вот такую синюю, я уже выкинула. И вот еще одна сумка собралась. И то, что в сумку не влезает, вот это куча добра.